Воу-в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 оу
Некоторые это Dark Sonic. Я не знаю, что это за игра, я не знаю, что это за музыка. Я вообще нифига не знаю, кто это такой Sonic этот. Он, видать, какой-то Dark, и он какой-то Yosh. В общем, меня тут просто попросили в эту игру поиграть. Ну, я и не отказал. А что тут внутри, я вообще без понятия. Поэтому, если вдруг чё, как, почему, какой еще геймшоу? Нет, спасибо, не хочу. Новая игра, давай. Так, я на месте. Хорош, здесь озвучка есть. Уже круто. А что мне нажимать надо? Или мне не надо ничего нажимать? Я на месте, ребят, это главное. Теперь надо встретить Соника. Какие-то школьники озвучивали, судя по всему. Ну, хотя бы читать не надо. Он должен быть где-то тут. Хорошо. Это что, типа Undertale, но только про Соника? Блин, как я вообще, как меня уговорили в это поиграть? Это не уши такие или руки вверх поднятые? Ща-ща-ща-ща-ща. Ребята, скажите мне, за эту музыку YouTube покарает или нет, как вы думаете? Может, мне вообще эту музыку надо срочно выключить? А то это потом эксклюзивом останется для Твича. Green Hill, ребят, зеленые холмы. Тут все очень странно, кстати, с полным экраном. Здесь почему-то вот такая рамочка есть, хоть она на фоллскрин развернута, игруха. Ну, в принципе, меня это устраивает, и вас должно тоже устраивать. Я думаю, если бы это пара пикселей больше было по ширине, по высоте, вы бы все равно в этих квадратах не заметили бы что-то сверхъестественное. Я пока что иду Соника ищу, ребят. Если вы не понимаете, что я делаю, я тоже не понимаю, что я делаю. Что это за красные штуки такие, а? В них можно прыгать? А я могу прыгать вообще? Пробел, контур. О, погоди, shift, shift, я могу бегать! Йоу, да наконец-то, не надо долго бежать! Соник, я ищу тебя. Я ведь найду. И если найду, я сделаю тебе больно, потому что я очень долго уже тебя ищу, уже выдохся весь. Все еще зеленые холмы, ребят. Так, музыка меняется, отлично. Нет, та же самая музыка просто закончилась. Давай, Соник, ну найдись уже. Где там у какого-то моста, мне говорили, какой-то камень надо облизать и так далее и тому подобное. Я уже запутался, я уже ничего не помню. Из меня это выбилась информация. Потому... Как вовремя. $228 от Вячеслав на месте. Самый упоротый Соник. Ты сделал эту игру максимально позитивной. Только я нашел какую-то непонятную штуку. Ох, окно в окне, да, нормально. Бывает такое. Какая громкая пронзительная музыка. Что это такое? Иди назад, кто-то кричит. Так, иди назад. Хорошо, иду назад. Тихо, страшно же. О, я в какой-то секретный мир перешел. О, тут лава даже есть, смотри. На нее наступать нельзя. О, круто. Так, тупик. Меня в тупик пытались заманить, но мы с вами не такие. В чате человек пишет, Соника убили, они ржут. Как можно не ржать над этим? Ну ты сам посмотри, ну это просто жесть. Вот он. Колечко. Колечко на... Так, второго раза нету. Ребят, я нашел супер-пупер-мега-красное кольцо, которое, наверное, даст мне преимущество, потому что так бы я его просто не нашел. Смотрите, там из леса глаза торчат. Какие-то непонятные кетчуповые пятна вокруг. Кто-то явно ел макароны, шел и ел макароны, и у него кетчуп такой, знаете, то в одну сторону из тарелки, то в другую. Вот я, кстати, сейчас по кетчупу прошел. Непонятно, что-то происходит. Ну, хотя бы shift нащупал, ребят, с шифтом быстро. Музыка. Сейчас, наверное, зациклится, как обычно. Долго мне... Соник! Соник! Я нашел тебя!
Стору потвитя, Супчек, где ты был? Ты класс. Привет, хочешь поиграть со мной? Прятки. Костер, прыгаем. Нет, прыгнуть нельзя. Привет, говорит, хочешь поиграть со мной? Я знаю, здесь надо все время назад ходить, нет? Не получается, ребят. О, большой костер. Музыка хорошая. А это долгая игра, ребят? Я просто не знаю, весело, по крайней мере. Пока я бегу по какой-то гигантской, ребят, колбасе. О, сейчас за... О, тихо, ты что творишь? А, он за мной бежит! Мама! Я волшебник, я бегу без рук. Чем я стучу по клавиатуре, угадайте! Я сделал крабика и плачу. Попробуешь снова? Сторупот, добрый дьявол, Витя, ты сейчас получишь плохую концовку, там надо было тыкаться в камень, как только началась игра. Тогда было бы веселей. Последний раз она ее увидела где-то тут. Я, ребят, получу плохую концовку. Буду искать. Буду искать, ребят. Я теперь красный. Я не знаю, как его называют, но я красный. Я очень медленно бежал. Давай, сливайся в дырку. А как плохую концовку-то получить? Давайте уже посмотрим на плохую концовку. Потом, глядишь, на хорошую посмотрим. О, я прыгать могу. При этом мне не надо ничего делать. Я только жму вперед. О! Так, я думаю, нам нужно теперь обратно идти. Мы же хотим с вами получить. Нет, обратно не идется. Прикольная игра, мне нравится. Ничего делать... Тут произошло. Озвучка топ. Беги, сейчас за тобой Соник опять погонится. Я нашел тебя. Он нашел меня. Беги, ты что ты стал? Беги. Привет. Беги. А, мне за ним надо бегать, да? Я сейчас за тобой побегаю. Опять я плачу. Какая интересная игра, а? Так много душ для игр, так мало времени. Ты со мной согласен? Конечно. О, это последний герой, я уверен. Он обычно всегда последний. Я уже играл просто в подобные игры и... Можете посмотреть, в принципе. Там было тоже весело. Но эта игра веселее намного, я вам сообщу. Здесь, по крайней мере, кетчупа чуть больше, чем обычно. Так, я ночью уже куда-то бегу. Я ночью бегу куда-то вниз. Здрасте. Я бог. Хорошо. Приготовься ко второму раунду. Так. Гейм овер, ребята, я плохую концовку сделал. Нет, я не хотел! Я так хотел добра принести в этот мир, но не получилось. Ладно. Сейчас я буду долбиться в камень, ребят. Давайте найдем камень и будем в него долбиться. Я на месте. Я на месте. Теперь надо встретить Соника. Он должен быть где-то тут. Встречаем Соника, ребят. Нужно долбиться в камень. В этот? Первый?
Как долбиться в камень, ребят? И в тот ли камень я долблюсь? Нет? Может, какой-то еще? Может, вот в этот? Или этот? А, погоди, там что-то с мостом было. За мостом или перед мостом? По-моему, перед мостом. Долбиться в камень перед мостом. Долбись! Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. В дерево желтое надо сначала. Где желтое дерево? Давай подолбимся в желтое дерево. Желтое дерево, я тебя не вижу. Как найти желтое дерево? Извините, кто это сделал с деревом? Как долбиться-то, ребят? Научите, какой кнопкой долбиться надо. Я букву Z нажал. Я нажал букву Z! Так раз нужно буквой Z долбиться. И не в камень, а в дерево. А здесь куда долбиться? Какой-то глаз. Что это? А? Что произошло? Я стал темным Тейлзом. Стоп! Что со мной случилось? Я выгляжу как-то странно. Мне это не нравится. Но думаю, стоит найти Соника и вместе с этим разобраться. Вы слышите, что он говорит? Смена навыков на кнопку N. Навыки. N навыки. Огненный шар. Слот Q. Q давай. Боже мой, огненный шар. Я теперь могу бомбить. У меня еще какая-то C есть, ребят. Ну-ка. Где огненный шар? Q. Q. C. Ку-ку-ку. Ку-ку. Не ку-ку. Что такое, ребят? Навыки. Огненный шар не работает. Ку-ку-ку, ку-ку, ц-ц. Мне теперь выйти надо, я правильно понимаю? Во-о-о-о. Ку-ку-ку, ц-ц. Не работает, ребят. Я что делал не так? Z взаимодействие, X меню, обычно так вор... Ну ничего не работает, ребят, ни К, ни Q, ни Z. Так, ладно, давай. Если что, сейчас сразу буду это... Кукушить всех. Я помню, мне нужно делать все то же самое, что я делал в прошлый раз, только теперь я это делаю более крутым персонажем, у которого есть навык Q. Огненного шара. Давай, я сделаю это, ребят. А это что такое? Бомби! Ах, в дерево врезался. Я правильно все делаю, ребят? Я же не знаю. Ну пока Q не работает. Я жму, пытаюсь, ничего не получается. А может надо нажать, подержать? Тоже не работает, ребят. Игра топ, пишут вон. Я согласен. Вообще, первый раз такое играю. Захватывает. Я представляю, как я на YouTube это выложу, и все посмотрят. Потом, как друзьям своим расскажут, они тоже посмотрят, все лайки понатыкают. Будет восхитительно. Что случилось? Что случилось? Чистая кровь. Убитые животные. Это кетчуп. Пути назад нет. Я не смогу вернуться. Ладно. Надеюсь, с Соником все хорошо. Пошли проверим, он где-то здесь должен быть. Нет, его здесь нет, прикинь, в этот раз. В этот раз он не готов с нами встречаться, ребят. Это же донат. Сторупот, добрый дьявол, Витя, сейчас, когда все станет красным, пройди через линию, вернись назад два раза, пока не возьмешь кольцо. Пройди через линию и вернись два раза, пока не возьмешь кольцо. У меня есть помощник, великий помощник. Кольцо, я иду за тобой. Кольцо всевластия. Кольцо нагибония. Знаете, оно сделано из суперматериала нагибония. Взяв такое кольцо, ты начинаешь нагибать всех, даже темного Соника.
Где же это кольцо из Нагибония? Погоди, а где кольцо? Тихо. Погоди, мне обещали кольцо. Где кольцо Нагибония? Почему здесь Соник-слоник? По-моему, дело я что-то неправильно сделал. Нет, я без кольца не смогу. Кажется, я облажался. И сделал все не так, как надо. Нет, выпустите меня, мне нужно кольцо Нагибония. Все, ребят, все пропало. Придется опять на плохую концовку выходить. Ну, у меня хотя бы фаерболт-то есть. Может быть, кольцо у него? Давайте выбьем из него кольцо. Стреляй! Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку! Соник! А чё это Соник молчит? Не беспокойся ни о чем, он мне говорит. Спаси всех, кого сможешь. Соник! О, а вот и кольцо, смотри. А? Я вернулся. Но что это было? О ком он говорил? Кого спасти? Кого спасти? Ладно, просто иду вперед. Что-то ребята, я нашел великое кольцо Нагибония. Оно оказалось здесь. Может, там второе есть? Погоди, погоди, сейчас я еще раз попробую. Ну-ка. Еще разок. Сейчас там раз, так еще второе кольцо. Нету, ребят, больше колец Нагибония. Пошли, ладно, так. Сейчас будем бам-бам-бам. А сейчас? Да ладно, пошли уже. Я думаю, я смогу, ребята, это сделать. Дождь идет, музыка гнетет, кетчупом намазано все вокруг, но ничего, я справлюсь. В желудке урчит, жрать хочется. Макарошки с кетчупом. Ну, где же ты, мой злейший враг? Ку-ку-ку, да где ку-то, как нажать ку? Давай В тоже. И Е. И Р. Все слоты будут, ребята, у нас. Огненный шар. Не работает. Все равно не работает. Давай, ты сможешь, меня подбадривают. Отлично. Мы сможем, ребята, с вами. Вот, я устал уже. Ку-ку-ку. Мне это нравится. О, ему это нравится. Присоединяйся ко мне, и вместе мы захватим с тобой много душ. О, давай. Присоединиться к тебе? Я за. Соглашайся, это же власть. Да. Ты будешь очень нужным союзником в моих планах. Будем кофе нужный союзник в моих планах. Соник просил спасти всех. Да не убивать. Что же мне делать? Присоединяйся к нему. Конечно же, принять предложение. А может быть, отказаться. Что мне нужно сделать, ребят? Кто знает. Ну ладно, давайте откажемся, так уж и быть. Я не буду с тобой. Что ты сказал? Что ты сказал? Ты глупец. Я не буду под твоим подчинением. Ну, тогда мне придется тебя убить. как банально. Битва с боссом. О, сейчас будет ку-ку-ку. Ну, где ку-ку-ку? О, ку-ку-ку! Тихо. Тихо. А как в него стрелять-то? О, боже мой, горит же. Что такое С? Как в него попасть-то, эй? Еее! Бомбанул его. Эй, тю-тю-тю-тю-тю.
Вот это битвуха! Кувае! Я его просто так, ребят, замочу. Я его передамажу. Давай! В угол его зажми, в угол сжимай! Он это пернул, блидинг, что это он мне делает? Звезды какие-то мне пихнул. Блид ремуфт. Эй, ты куда? Ну иди ко мне. Я тебя еще не победил. На тебя прям в пачку. Иди сюда. Давай в угол его. Иди сюда. Да в угол иди, где ты там плещешься? Че шипишь на меня? На, пока шипел, я ему пол хп вынес. За всех соников вместе взятых. За темного, светлого и фиолетового. Ух, нифига себе, что это такое? Ой, это что-то очень крутое было. Бомби его, пока он еще же этого крутого не выкупил. Боже мой, как он больно бьет. Давай. Надо просто его закидать, пока он меня не... Ой, что это? Блин, у него какие-то суператаки пошли. Он мне паралич сделал. А ну иди сюда. Больно? Слышь ты, мне больно. Хорошо, что он стреляет мимо все время. Пока что. Ладно, фаерболы можно не уворачиваться, они легкие. Паралич, я все равно могу стрелять. Паралич. Давай, чуть-чуть осталось, на 200 хп. Давай, три попадания. Ну уже иди сюда. Что, мне к тебе самому прийти? Хорош мне мешать. Давай, еще одно попадание, я труп. О, в смысле, я выиграю. Есть, умирай. Так было надо. Прости, Соник, так было надо. Ты не можешь убежать. Нет, ты не можешь бежать. Уже очень давно не было видно. Как сказала Эми, в последний раз она ее увидела где-то тут. Не понял. Что же, буду искать. И чё? А здесь куда стучаться надо долбиться? Или я сейчас найду нормального Тейлза уже? Сейчас найду, наверное, Тейлза нормального. Я ж Соника победил, значит, сейчас Тейлз будет нас мочить. И он так вовремя помнится. Не. Чё, не? Не ходить к тебе, да? Иди ты знаешь куда. Не иди, ребят, все, он сказал не идти. Выключаем игру. Тейлз, но что с ним случилось? И о ком он говорил? О нем. Пошли отсюда нафиг. Нам не надо к нему идти. Оп. Смотри, следы. Куда-то наверх. Следы же наверх были. О, следы, смотри. Все, я не иду к нему, я не хочу к нему. Он мне отправил, сказал, что не надо к нему идти, я и не иду. Все. Биби. Здрасте. Фу. Так. Прикольно. Галлюциногенно. Вы знаете, меня немножко укачивает от такого изображения. Скажем так. Музыка прикольно на заднем фоне играет. Штурупа, добрый дьявол, чтобы получить еще одно кольцо, все равно иди прямо до конца. Тейлз, что с тобой? Это не важно. Главное, чтобы он не нашел нас. Так. О ком ты говоришь? О Сонике. Он охотится на нас. Но зачем ему это? Мы же его вальнули. Ему нужны наши души. О-о-о. Сонику? Наши души? Но зачем?
чтобы не умереть и продолжать уничтожать мир. Это все очень странно. Посмотри на меня. По-твоему, я выгляжу нормально? Да. А ты просто черно-белый. Ладно. Что мы можем сделать? Ладно, говорит, убедил. Ослабить его. Как? Сохранив наши души. Отлично. И как же это сделать? Нам нужны кольца. Я пока не знаю. Но мое он забрать не смог. Возможно, потому что я стал таким. Не хочешь ли ты предложить и мне стать таким? Можно попробовать. Укуси его. Эй! Что ты сделал? Я сделал тебя таким. Один раз, как говорится, не крокодил. Пока и сам не знаю. Не надеяться, что это поможет. Какая-то вообще непонятная вещь. Вот вы где. О, привет. Бежим. Бежим. Бегите. Все равно вы не сможете испортить мои планы. Блин, какая упоротая игра. Под добрый дьявол, когда будешь играть за Эггмана Толстяка, иди в самый низ сначала, там кольцо будет, а потом вернись назад. Отлично. Слушай, ну может мне надо было из-за того тоже за кольцом сходить? Ну ладно, давайте за кольцом идем сначала, а потом вернемся назад. То есть только те, у кого есть кольцо, выигрывают эту игру. Я запорол катку снова. О, нормально. Все, то есть там тоже нужно было сначала дойти до упора, там нужно было взять кольцо, потом вернуться. Ну черт побери, ну что ж такое-то, я же откуда знал-то. Ну ладно, хотя бы двое выживут. Давай. Опять это галлюциногенная графония. Уть? О, такого раньше не было, ребят, какие-то решения. Не шагу вперед. Так. Слушай меня, ты в опасности. И у меня мало времени на объяснение. Поэтому слушай. Мне нужна твоя помощь. Слоника поглотила тьма. Теперь он ведет охоту на наши души. Я и Наклс избежали участи поглощения души и воли. Но ты по-прежнему в опасности. И пусть мы были врагами, но сейчас над нами нависла беда, с которой справиться можно только вместе. Соник стал злым? Интересно. Тут нет ничего интересного. И если ты подумал объединиться с ним, то забудь об этом. Он не станет тебе другом. Он просто поглотит твою душу, и ты станешь его марионеткой и волей чувств. Почему я должен тебе верить? Ты помогал Сонику портить мои планы. Я не помогаю и прошу помочь испортить его планы. А-а-а! Испортить планы Соника! Всегда об этом мечтал. Что же, я с тобой. Но только сейчас, как только мы его остановим, я не побрезгую воспользоваться шансом. Не сомневаюсь. А теперь пошли! Надо подготовиться. Другого шанса победить Соника у меня не будет. Соник, ты не справился со своей задачей. Ты ничтожество. Тебя никто не боится. Мы играли не по правилам. Как будто знали, что я попытаюсь их убить. Не ищи оправданий. А это что за плюшевый мишка? Успокойся. Успокойся. Воу-в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 оу-
Ты никого не убьешь! Ты ничего не умеешь! Ты никто! Блять.
под кондой я вернулся. Это не Айзек. Печалька. Ладно. Песня Николая Гринька и ноту курили. Душики. Хорошо, что я не ругаюсь, а. Ты можешь послужить как обед для меня. Что? Отдай мне свою душу. Свою сгнившую душонку. Черт, надо сваливать. Надо сваливать. Я не могу, это слишком угарная игра, ребят. Вот же сука. Ну ладно, я еще сыграю свою роль. Это как Ведьмак, ребят. Только пиксельный 2D. Это костерок из языка. Интересно. О, неужели теперь за Соника играю? Нормально, так. Побежали. Теперь мне надо, наверное, найти кольцо и... или что? А что ты вниз не прыгаешь? Прыгни вниз. Куда тут подолбиться надо? Я люблю долбиться. Блин. Так, погоди. Направо и вниз. А куда нам? А, и здесь тоже разветвление. О, боже мой. Тупик. И здесь тупик. Видимо, мне нужно найти правильный выход. Здесь тоже тупик. Нет, здесь поворот вниз. Я сейчас что-нибудь найду. Соник, говорит, слишком взрослый стал. Ну да. Так, это я что, к началу сейчас приду, да? Ой, у меня сейчас это... Меня мутит, ребята, от того, что здесь вот это вот летает фигня вокруг. Так, 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 так. Сейчас я куда-то приду и... Сейчас раз тупик. Я запутался уже, где я. Ну ты прикинь, я все это время шел в тупик. О боже мой. Лабиринт, это не лабиринт. Это тупик. О, нет. Я, говорит, 2 часа это проходил. Вы что, возвращаетесь, что ли? 2 часа я не буду бегать по лабиринту. Витя, говорит, прочитай мой коммент. Прочитал. Ох, лабиринт, лабиринт, лабиринтушка. Опа-на, ребята, я нашел проход. Black Zone. Черная зона, ребят. Черная метка. Как там было, пираты боятся не черной метки, а голубой. Так. Зигзаги, зигзаги. Уворачиваемся. У меня, говорит, эпилепсия. Не смотри, не смотрите, ребята, у кого эпилепсия. Мне самому сейчас очень тяжело вообще сдержаться от всякого рода позывов, но я терплю. Опять разветвление, боже мой. О, жесть, это тупик. Ух, я не могу на это смотреть уже, честное слово, а. Зачем такое делать? А с каким выражением Соник все это читал, а? Все это говорил. Как будто вот он пережил все это. Ой, жесть, я не могу уже. Честное слово, ребят, вы можете на это смотреть? Вам-то хорошо, у вас, наверное, пикселизация максимально. Вы даже не понимаете, что здесь происходит. Оп, еще Black Zone, ребят. Я куда-то иду дальше. Оп, я что-то нашел. Куда же ты направляешься? О-о-о, куда же ты направляешься? Только не говорите мне, что надо вернуться обратно, чтобы там... О, дырка какая-то, смотри. И как мне тут?
О, тут можно прыгать. Что, издеваетесь, заново проходить? Нет! Так, я на месте. Теперь надо встретить Соника. Он должен. Он кому-то что-то должен, ребята, но не мне. Я попытался. Я думаю, мы самое интересное с вами увидели. Еще раз, я не собираюсь это перепроходить. У меня... Мне и так плохо стало. Меня укачало по полной программе от этой фигни. Если я сейчас буду еще раз перепроходить, я просто лопну. Поэтому оставим это таким, каким есть. Это будет просто обзор. Вы теперь знаете, как пройти эту игру. Я вам все рассказал. Вы должны за это уже лайк давно были поставить. Вот, а пока... Пока вот так вот оставим и все. Ну ты, говорит, издеваешься. Да, я издеваюсь. Игра сама надо мной издевается. Все, я не буду в нее больше играть. Я не хочу. Я устал от нее. Она взрывает мои глаза, мозг и вообще. Мне плохо от нее стало, меня укачало. Все. Лайки, подписки, комментарии, писать на ссылочку на группу ВКонтакте. Всем пока.